Всем привет, друзья! Покажу вам свой картофель. С момента посадки прошло уже 2 месяца и 1 неделя. Как видим, да, поливаю уже другими поливалками. Сразу поливал спреем, я вам показывал. Сейчас уже перешел на высокие поливалки, так как картошка наша поднялась. Это у меня посажена 60-дневка картошка, то есть среднеспелая. Крайний рядочек мне дали на развод, тоже 60-дневка. Видим, да, какие стебли на ней. Толстые стебли. Растет она выше моей. В общем, интересный сорт. Возьмем на пробу и на развод, если понравится. Ну, с этого края у меня растет 40-дневка. Она уже начинает ложиться. Как видим, поливаю я ее вот такой шлангой. Уже приловчился. Слаживаю змейкой. Да? Просто захожу, тяну поливалочку. И оно само здесь у меня распрямляется и втягивается в рядочек. Сразу хочу сказать, после посадки картошки через 2 недели пробежался один раз сапкой, местами прополол сорняки, потом проходил мотоблоком, да, кто не видел видео сверху, ссылочку оставлю, посмотрите, дисковыми окучниками пробежался. И вот сегодня 2 часа потратил на то, чтобы прорвать осот местами. Повырастал, видим, да, вот лежат такие кучки небольшие. Вот видим, осот наш лежит, которого мы победили в течение 2 часов. И наши поливалки работают на наше благо. Как видим, картошка начинает цвести. Как вы знаете, в этот момент нужно максимально ее заливать, так как она начинает набирать свой вес. Так, ну и по отраве, друзья. Обрабатывал я матадором вначале, да? Разбавлял не по минимуму, по максимуму. Должно держать 90 дней, но в итоге продержало 60-70 дней, да? И начинает ползать уже молодой жук. Сейчас я вам приближу. Видим, да? Начинает атаковать картошку. Это картошка 40-дневка. На нее он в первую очередь лезет, потом полезет на остальную. Поэтому начнем брызгать сверху опрыскивателем, еще вносить отраву, иначе он ее просто скушает. Такие делишки. Выключил воду, чтобы лучше было видно рядки. Итак, смотрим. Не картошка, а лес. Желательно, чтобы и под кустом так же самое было. Все, друзья. На этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, друзья. Всем пока. До новых встреч!